Мед – ценный продукт. Для того, чтобы понять, насколько он уникален, представьте следующую картину. Чтобы получить только столовую ложку жидкого золота, 200 пчел целый день усердно собирают нектар. Поэтому мед – мощный и универсальный лекарь в вашем доме. Во-первых, мед стимулирует иммунитет. Сотни полосатых тружениц опыляют и собирают нектары каждый день. Все зависит от полей, на которых они работают. Отсюда и появляются сорта – гречишный, липовый, каштановый, доник и другие, которые есть на пасеке Кучаевых. И вот я купила мед липовый, и мне он очень понравился. Я решила купить еще раз, сегодня прийти сюда. Для сердца и для желудка главное, потому что у меня постоянно изжога бывает, я меду поел, у меня проходит. Горожане любят пасеку Кучаевых за качество продукта и большой выбор. На выставке около 20 сортов, в том числе универсальный липовый мед. В период карантина ложечка меда укрепляет иммунитет, а при простуде снимает жар и озноб, смягчает горло и облегчает кашель. Безусловно, горожане полюбили и гречишный мед. Он разжижает кровь, поэтому снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для суставов и повышает гемоглобин. Люди с сахарным диабетом и аллергией приходят за акациевым медом, а любители терпкого меда предпочитают боярышниковый. Он укрепляет сердце, как и каштановый. Кстати, последний мед в этом месяце вы забираете со скидкой. В этом месяце действует акция на каштановый мед, скидка 20%, так как празднуется праздник День защитника Отечества. Хочется сказать, что он полезен для мужского здоровья, для щитовидки, богат очень йодом, железом и подойдет хорошо очень для иммунной системы. И, конечно, здесь натуральные продукты пчеловодства, масло из семечек подсолнуха и конфитюр из натуральных ягод и фруктов. Вкусный и полезный мед вы найдете во втором универсаме. Для того, чтобы найти медовую лавку, вам нужно спуститься в цокольный этаж и пройти вот сюда направо по коридору. Пойдемте. После отдела с головными уборами поворачиваем направо. Мы пришли? Успевайте. Пасека Кучаевых гостит у нас до 19 февраля. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.